Как вести себя на дорогах безопасно, управлять велотранспортом? В этих и многих других вопросах из года в год разбираются кунгурские школьники на традиционном фестивале юных знатоков правил дорожного движения «Безопасное колесо». Этот день стал особенным, ведь всеми любимому соревнованию исполнилось четверть века. Более подробно об этом расскажет Светлана Ушакова. На торжественном открытии 25-х по счету соревнований «Безопасное колесо» присутствовали команды из всех городских школ. Кто-то участвовал здесь впервые, а для других фестиваль по изучению и демонстрированию знаний правил дорожного движения уже давно затянул водоворот увлекательных соревнований. По традиции, перед стартом не обошлось без напутственных слов. Сегодня на вас возложена ответственная миссия – показать, как реализуется работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории нашего родного города. Всем желаю успехов, новых достижений. На пути юидовцев 6 этапов. За короткие сроки им предстоит справиться с теоретической частью пунктов ОБЖ «Мой друг велосипед», а после сдать экзамен на знание правил дорожного движения. Не менее интересной является и практическая часть соревнований. Ребята преодолевают полосу препятствий на велосипеде, показывают свои знания на этапе регулировщик и, что не менее важно, учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. Сами ребята признаются, что участие в фестивале «Безопасное колесо» для них является очень важным, и к соревнованиям они готовятся со всей ответственностью. Но, как это обычно бывает, у каждого есть свои слабые и сильные стороны. Я участвую второй год. Мой любимый этап – фигурное вождение. Я хорошо катаюсь на велосипеде, но затруднение у меня в вождении юный санитар. Мне надо еще поработать над ним. Ну и, конечно же, итогом любых соревнований становится объявление награждения победителей. В этом сезоне лидером состязаний стала команда «Клаксон» из школы номер 1. Почетное второе место у сборной лицеистов «Светофор», а тройку лидеров замкнули ученики 12-й школы. Победителями и призером были вручены медали юбилейного фестиваля. Светлана Ушакова, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».